Сегодня у меня чудная распаковка. На распаковке у меня хромакей. Если кто знает, это замена фона. Снимаем видео на зеленом фоне, а потом вместо него заменяем фон другой фон. Вот. Такой заказывал на Алиэкспрессе. 605 рублей за него заплатил. И он трехметровый, кажется. Да, три. Но самый большой я выбрал. Это уже не для своего канала. Упакован он достаточно хорошо. Ну, обычный пакетик тут. Это я для второго канала заказал. Там дети снимают всякие свои штучки. Ну и он им понадобился. Так, вот он. Запаха никакого, вообще нет никакого запаха. Ткань довольно плотная. Да, очень плотная ткань, и он таких внушительных размеров. Реально тут 3 метра. 1,3, кажется. Но ссылка будет в описании. Нет. Так, судя по всему, где-то 1,5 на 3. Что у нас? Сейчас проведем эксперимент. Сейчас попробую эту овечку поместить куда-нибудь, убрать этот фон. Строго не судите, делаю это первый раз. Что получится, то получится. С подсветкой-то у меня не очень, да и тканина. Ее надо как-то выпрямить, что ли, потому что будут здесь различные оттенки. Будет сложновато, что ли, сделать. Ну ладно, сейчас попробую. Потому что у меня компьютер такой слабоватый. Ну, то, что получилось, то получилось. Шло, но на ткань шла 12 дней. Заплатила за нее 604-605 рублей. Но сейчас стоит она немножко дешевле. На 10 рублей почему-то подешевела. Вот, кстати, рекомендую именно на этот продавца. Ссылка будет в описании. Мне очень понравилось. Не судите за видео. Я первый раз это все делал. Особенно не старался, так как времени сейчас мало, завтра я ухожу в пятницу в лес, я приду только в субботу вечером, пойдем на полуостров скалистый, рыбачий и на средний, там то, что наснимаю, места там очень красивые, надеюсь, у нас погода повезет, ну, так что подписывайтесь, ставьте лайки.